Дисклеймер. Привет, я третий. Сегодня мы с тобой продолжим проходить массивные пляжные заморочки. И давай посмотрим, у меня тут есть разные улучшения. Давай лучше начнем. Вот, рекламу купим. И у меня ничего не осталось по итогу. Квас тоже не хватит. Ну, помощники мне пока не нужны. Рыбка пока все равно не хватает. Давай просто пока сыграем и попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. 1000 монет, это легко. О, квас уже есть 2 уровня. Так, нужна мороженка 3 уровня и 10 мороженок надо. Пока что надо дискотеку, можно рекламу поставить. Хотя давай пока рекламу не ставить, привет, посмотрим, что из этого выйдет. Может, они сейчас сами пойдут. Так, давай посмотрим, что тут. 10 надо. Да? А прокачивать не надо это. Ну, значит, прокачивать не будем. Доставку тоже прокачивать не надо. 1000 монет. Вот когда мы 1000 монет накопим, тогда и поставим мороженку. Ну, квас 3 штуки. Это вообще какое-то бестолковое занятие. Я не знаю, на что они рассчитывали. Это же так будет очень легко сделать. Вот и в чем смысл. Все, я 3 кваса сделал за ту строчку. Меня заняли. Так, и что, только одна пошла? Ну, сейчас по-любому еще вот это, скорее всего, пойдет, да? На танцы. Да, я же сказал. Так как у меня цель заработать монетки. Давай будем ждать, пока соберется комбо. Все, есть. Теперь наливаем класса, и сейчас ему надо будет у него и вот у следующего забрать маски. Давай подождем, нет, пока второй тоже выйдет, чтобы опять комбо собрать, побольше монет было. Есть, видишь, тут пишут вот, плюс 5 монет за комбо. Давай. Да, я знаю, не особо там много, но все равно, как бы лишним не будет, правильно? Давай все-таки одну рекламу, раз у меня все равно их очень много, на дискотеку поставят. Да-да-да, и плавай. Так, и вот так. Так, допустим, у меня только один идет, этого маловато. И эти двое пошли купаться. Вот, по диагонали у меня все шансы есть на то, что они сейчас пойдут танцевать. Вот, видишь, один пошел, еще кто-то из вас. Этот ушел просто, падла. Может, этот вернет и пойдет танцевать хотя бы. Ну давай, ну ты же все равно тут лежишь, ничего не делаешь. Ну, сходи ты. Вот, отлично, молодец. Давай пока впустим последнюю. Посмотрим, что она. Может, она что-то будет делать. И это вернем. О, тут 50 монет за компа, видишь? Так, все отлично. Так, собирай пока 2. У! А дети уже были? Да, дети уже были. Это я помню. Так, мы, по-моему, уже все семейство собрали. Мама, папа, дядя, тетя, дедушка, бабушка и дети. Да, собрали всех. Давай, сразу. Заходи. Ты ставь сюда. И одну дискотеку все-таки стоит поставить. Скорее всего, вот эти вот, кто-то из них пойдет. Так вот. Ага, это не захотел, но все равно. Сейчас только 2 из 3. Надо бы 3-го кого-нибудь. Не-не-не, 2 из 3 это маловато. Вот, все, сейчас 3-я будет, и как раз я сразу соберу 1000 монет. И можно будет уже это прокачивать. Давай-давай. Есть. Будешь же ты сейчас? Нет, чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть не хватило. Значит, пока не буду трогать. Но на дискотеку еще 2 по-любому успеют. У меня 5 минут. Это шо? Вообще на изи. Ну, с мороженкой что надо будет делать? Так, ну, уже 2 идут, значит, думаю, можно. Но все равно мне до 1000 совсем чуть-чуть осталось, прям вообще капельку. Поэтому лучше сейчас собрать 1000. А у меня задание как раз засчитается. Давай вот так вот 1000 в любом случае будет. Чё тянуть? Все, видишь? И тут надо вроде 2 уровня сразу. А, даже 3-го. Так, подожди, 3-го сейчас будет все. Сейчас будет, 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 не торопись. Давай-ка вот здесь еще. Потом ставим вот так, и пускай сразу мороженое заказывает. По времени, я думаю, я должен успеть, хотя 3,5 минуты уже прошло. Сомневаюсь, честно говоря. А, мороженое, чух, я думал, она тоже класса хочет. Так, все отлично, реклама мороженого пошла. Одевайся. Собирайся. Сколько мне нужно? 500 монет сейчас и еще... Давай сразу 2 мороженых и закажем, и останется чуть меньше 200, слушай. 100, сколько? 176. 177. Да, 177 остается монет, и их я сейчас очень быстро накоплю.
Вы мороженки побольше заказывайте, слушайте. У меня его как раз с запасом есть. Добро пожаловать к нам. Собирай это. Ой, тебя я не заметил. Я ее вообще не заметил. Давай еще. Есть, есть и есть. Все, я собрал. Так, да что ж ты квас-то хочешь? Серьезно, я же тебе поставил рекламу на мороженое. Так, так, и вот так. Опа, а мне хватит? Да, хватит, но мне все равно надо пополнить запас. Пополни запас. Я сорян, я твой заказ пока не возьму, потому что он все равно аннулируется. Он аннулируется, потому что мороженки не хватает. Вот видишь, сразу ставим вот сюда, чтобы она закинула. И тогда я ей спокойно смогу сделать. Так, возвращаем, отвариваем. Так, ну вы тоже давайте, не наглейте, заказывайте побыстрее мороженое. Рекламу что, зря делал, что ли? Вот, отлично. Ставим. И пока не закончилось, делаем быстренько. Так, так, и вот так. Потом тебе. Так, вот так. И только апельсина. Это мандаринка, мне кажется. Быстрей, не успеет. Ой-ой. Ой-ой, ну все, не успеет. Блин. А мне надо всего 10 штук. А, я уже по времени не успел, серьезно. Кошмар. Ну, тогда тут уже можно просто помощь нанять и все. Да, давай. Надо было это раньше сделать. Что-то поленился. Да, не подумал об этом. Ладно. Да, значит, потом придется опять переиграть. Так, так, и поставил. Мороженого мне еще хватает? Хватает, а. По-любому. Мне должно, ну, на 10 порций, я думаю, хватит. Тем более, я прокачал. Сейчас намного больше у меня места в нем складывается. Так, чего еще? Танцульки? Подождите со своими танцами. Давайте сначала вот это вот все сделаем. Так, теперь танцы. А, у меня не хватает, да? Ой-ой. Ну все, кошмар. Не хватило, не уследил. Ну, два еще. Вот первый, кто-нибудь второй еще по-любому должен заказать. А, у меня еще и рекламы на нем нет. Зашибись. Так, вот так. Надо было все-таки мороженку сразу делать. Да. Надо было сразу ее ставить. Тогда бы успел, я думаю. Обидно, печально. Ладно. А уже нет смысла это делать, потому что я уже собрал все задания, но только серебро плохо. Плохо. Надо было золото. Ладно, попробую сейчас сначала. О, мини-игра. Так, мясо-то мне дали. Только как его теперь отсюда вывести? А, все понял. Умудрюсь, что надо делать. Вытащить грузовик с мясом за ворота. Да, я уже догадался, все. Отлично. И ага. Помню бы еще выехать грузовику с овощами. С чиполинами всякими. Давай, наверное, вот так. Попробуем так. Так, хорошо, сделали. Подожди, а каким образом? Может, мне необходимо вот так каким-то макаром поставить? Да, смотри, вот, теперь мы ставим это все вот сюда. Иное мышление, не забывай. Смотри, все, вообще на изи. Вот какой вот придурок водила так загнал машину, а? Там же мои любимые колбаски. Ой, и не говори, каким образом мне теперь тут выруливать надо, я не совсем понимаю. Так. Да ладно, так легко справиться. Прикинь, будто на автомате. Так, хорошо, это я сделал на золото. О, шашлык, но пока шашлык рано. Давай мне квасок вкачаем. Потому что слишком быстро заканчивается потом. Давай рыбку, что ли, вкачаем. Тоже ничего страшного. И у меня остается 20 монет. 20 монет я ни на что не смог потратить. Ага, надо прокачать. И 9 семей. Значит, сейчас выполняем на скорость. Привет, ну что, возьмемся за дело? Добро пожаловать к нам купаться. Да. Здрасте, проходите, наслаждайтесь. Сейчас сделаем все на скорость, а не на комбо. Монетки мне, как видишь, тут не нужны. Видишь, и пляж как раз зонтиков хватает на всех. Аккуратненько, Лиза, облейся. Ой, смотрите, плохой, знаете. Так. Глазок-то прищурка наливать. Мне нужно, может, 8 штук. 9. 9, когда у меня всего 4 их. Ого. Вот это вообще жизнь. Жесть вообще. А что мне, продать что-то надо? Нет, продавать вообще что угодно можно. Давай тогда то, что не кончается. А тут все кончается, хитрое. Хорошо. Тогда давай в рекламе нет смысла. Потому что они и так будут везде ходить. Правильно. Так, отлично. Сразу ставим все. Чтобы они все сразу покупали. Хорошо. Надо будет сейчас сразу...
прокачать вот эту вот. Хотя, не особо-то в этом есть смысл. Давай я рыбу еще. Ага. Чем мне прокачивать там надо? Рыбу до второго уровня. Сразу скачаем, все. У меня рыба второго уровня. Но пока заказать ничего не могу, у меня не хватает денег. Опа, а вот сейчас беда. Так, это кто у нас подходит тут? Это? У меня не хватает, видишь, у меня нет, у меня пусто. Вот, отлично. Так, пускай. Зачем я ракушки поставил? У меня ж фотик кончился, вот я олень, конечно. Вот олень. Хотя сейчас ракушки тоже кончатся. Так, давай вот так. Долго думаешь, давай так. И вот так. Так, а ты быстрее иди, закидывай вот это вот. Так, и тебе давай. Так. Вот это. Блин, кончилось быстрее. Быстрее, быстрее. А ты пока гони за фотиком. Давай. Посмотрим, успею, не успеет. Быстрее. Отлично. Значит, тебе давай удочку. Вот она есть. И хватает. Ну да. Не зря я купил вот эти вот ракушки. Сейчас как раз успеет пополнить. Слушай, так и на рейтинге они хрена вообще не успеют. А я зачем я убрал? Ёб твою мать. Я просто зря убрал. Помощник. Неси. Какой фотик ты гонишь? Надо было... Ой-ё. Если у меня сейчас упадет рейтинг, то все, жопа будет. Я его уже не восстановлю в этот раз. Да, я... Быстрее, быстрее, быстрее. И пока ты тут стоишь... Ну куда ты? Ну ты же тут стояла. Ой-ё, ну все. Все, жопа. Хотя, может, я успею. Надеюсь, они сделали погрешность на то, что я олень. И я успею восстановить. Давай. Какой кошмар, слушай. Так, ну у меня рыба кончается. И, скорее всего, может, фотобумага. Так, давай-ка еще вот здесь. Кто посередине рыбы. Ага. Чем мне по целям? Надо прокачать еще то и то до третьего уровня. Так, допустим, ракушки у меня прокачаны до третьего. Теперь надо фотики всталось, и все, это 350 монет. Теперь рейтинг восстанавливается. Смотри, на две полоски упал аж. Целые две полоски, просто из-за того, что я установил. Неправильно порядок установил, это же кошмар. О, нет, вот тетя, кстати. Нет, подожди, вот это тетя. А это дедушка с бабушкой получается, да? Да, тогда так получается. Так, и сфоткаться в центре. Вот этот. О-о. Закидывай котик. Быстрее, быстрее, быстрее пленку закидывай. А ты пока вези ракушки, чтобы успеть. Так, есть, отлично. Быстрее, быстрее, быстрее. Есть. Двое сразу, это где сидят. Вот они. Быстрее, тере беги, собачка. Отлично. А ты пока закидывай. А, у меня не хватает ракушек, да, их только сейчас привезут. Ладно, пока они мне, в принципе, и не особо-то нужны. Так, давай-ка. О, фотка опять вдвоем. Так, а ты пока неси вот этот вот. Так, тебе я налью паску. А тебе? Где маска, маска? Нашел. По времени. Я и могу не успеть просто. Могу просто не успеть. Давай все-таки купим помощников, чтобы они мне помогали быстрее. Потому что я могу просто не успеть, и все. Закидывай. Так, и мне нужен футик и, скорее всего, ракушки. Посмотрим, что из этого будет. И давай рекламу все-таки поставим везде, чтобы они быстрее ходили. Может, это реально начнут быстрее ходить. Так, пополни квасков тоже. А то там не хватает ничего. Так, и теперь тебе посередине. А где здесь? Нет, справа снизу. Вот это, наверное. Так, ракушка, ракушка есть, корабль. Стой, стой, стой. Да закидывай, закидывай, закидывай. Так, тебе надо вот так. Тебе нужно поплавок. Тебе нужна фотка. Посередине есть. Тебе нужно. Давай я тебе вот это дам. Тебе надо вот это. Не заметил мужичка, он чуть-чуть. И этого я тоже не заметил. Но они стали чаще ходить, допустим. Ну, скорее всего, да, у меня есть шанс рейтинг поднять. Но не факт, что ее успеют. А что из-за этого тебе? Вот этот. Так, давай еще. Вот так. Тебе давай ласты. Так, у меня хватает, но давай рыбу еще заказим. Закажем, может закончится быстро. Так, раз ты уже все равно сюда подошла, давай, чтобы не ронять рейтинг. Тебе вот этого вот сделаем. Вот, пожалуйста, ваш.
Ты неси пока. А, нельзя, да? Ну тогда быстрее принеси еще. Ага, ты пока иди. Посередине. Нет. Так же. Быстрее. Неси доставку. А ты вот сюда неси. Сейчас успеем все сделать, смотри. Отлично. Так, тебе надо. Так. Тебе надо рыбку. Да, пожалуйста, конечно, всегда. Мне не жалко. Так, тебе надо. Вот так. Я не вижу рейтинг. Я что, успеваю, не успеваю там? Где вот? Блин, все равно не успел, серьезно. Да как так-то? Я вообще великолепно играл. Все-таки нет, не дают тебе права на ошибку тут. Вот я один раз рейтинг уронил, и все. Поэтому пролетел. Печально, очень-очень печально. Что мне тогда стоит тут? Ну, давай включить. Нет, помощника нельзя, да? Прокачать. Ну давай тогда здесь, что у нас? 4500 монет. Фига себе ты хочешь, конечно. 10. Ого. Так, 10 шашлык. 10 моро. Ага, то есть мне вот такое надо. Пляж. Вот это вот мне не надо нафиг. Ну, понял? Да, конечно, да. Подожди. Проходите. Давай пока на дискотеку поставим. Хотя, да, можно ли одновременно? Давай одновременно поставим, посмотрим, что будет с этого. Тебе одна так, тебе вот так вот. Так, не хватило чуть-чуть, ладно. Так. Так, успел. И пока прокачиваю, и давай закидывай класса. Ну вы идите, давайте быстрее так. Мне прокачивать надо, да? Нет, мне надо только склад. Ну склад это я... Качаю еще потом, это мне не очень-то нужно. Мне шашлык надо построить, но шашлык надо просто построить. Так что это еще успеем. Ну, идем из этого. Давай вот так. Так. И апельсинка. Мандаринка, точнее. Да, пожалуйста, конечно. Так, хорошо, у меня мороженка полностью вкачана. Это уже намного легче ставит. Вот это мы вкачиваем в самый последний момент. И вот это вот, когда накопим все необходимые деньги. Так. И тебе тоже, что нет, наконец-то мороженое. Ну, вы давайте побольше людей-то давайте, а то, смотри, я такое вот задание не успею выполнить, сколько у меня, всего лишь 6 минут. Ну, идем из этого мороженого. Так, так, и вот так. Да, слушай, на золото это не так просто пройти, как я думал. Думал, просто посидеть, поклацать, тут это не, нифига, смотри. Прям довольно-таки сложно. Мороженку. Два мороженка. Шашлык я пока заказывать не буду, его не надо продавать. О, надо, твою мать. Надо, да? Ой-ой-ой. Ладно, тогда сейчас мороженку продадим. И потом уже шашлык будем заказывать. Потому что все одновременно. Я так ничего не соберу. Давай быстрее его сюда. Все, сейчас мороженое надо закинуть. Сейчас кто-нибудь должен прийти взамен нее. Вот он пришел, отлично. Забираю его, и потом на дискотеку как раз двое сразу заберешь. Так, потом уберешь этот. Мне надо бы поставить. А, кстати, давай, шашлык вези. Я пока поставлю вот так, и рекламу на шашлычку поставлю. Так, хорошо. Тогда давай, быстрее, торопись. Ой-ой. Да, я и забыл, что шашлык я еще ни разу не собирал. Так, хорошо, это было несложно. Сейчас все должны шашлык заказывать, да, видишь? Перец, мясо, баклажан. Но это не так сложно собирать. Как мороженку, например. Тут у тебя просто ингредиенты есть, и ты клацай по ним. Это курица и перец. Блин, тоже шашлыка захотелось. А, все? Оп, ну сорян, тебе не хватит, походу. Да, ей не хватит. Слушай, ну у тебя хотя бы мороженка есть, да? Да, есть. И мороженое полно у меня, максимально у меня вкачан. Ты занеси хотя бы, ты видишь, у тебя еще два человека хотя. Сейчас рейтинг упадет и все. Что ты будешь тогда делать? А ты вези еще один шашлык. Быстрей. Так, быстрей. Ага, картошка. Так, и помидор. А тебе картошку, сосиску и помидор. Ой, сейчас вы, конечно, за картошку, сосиску и помидор, как за шашлык платите. Это, конечно, молодцы. Че уйдет? Да ё-моё, серьезно. Это, между прочим, сразу два блюда во-первых потрачу. О, быстрее неси. Надеюсь, успеет. Успела. Я слышу по монеткам, отлично. Так, хорошо. И опять сюда закидываю.
Смотри, хорошо пошло. Очень даже хорошо пошло. Тогда ему я сейчас скажу еще привезти шашлыка. Сколько у меня? Смотри, все по 6 из 10. Тогда у меня как раз две рекламы поставим. Давай. И на дискотеку. Все, а мороженое они еще все равно закажут. Они в любом случае заказывают его, видишь? Ай-яй-яй, не успеваю, какая беда. Давайте, проходи, подрыгайтесь, потом уставшие, заходите, заказывайте шашлык и все. И валите отсюда. Так, давай тебе теперь. Ты чё, шашлык? Класс. Вообще класс, неожиданно было. А чё, реклама вообще не работает, что ли? Наконец-то, хоть один пошел. Давай так. Я тоже класс, шашлык. Это водохлёбы такие-то, а. Так и что, не пойдет, да? Давай заберем, может, он пойдет на танцы. А ну. Да, видишь, я же сказал, он все-таки на танцы пошел. Жаль, на Саню нельзя вот так вот нажимать, чтобы она шла уже сразу в определенное место. А вот это придется ей через всю карту бежать в итоге. Вот это плохо, конечно, плохо-плохо. Так, у меня опять шашлык кончается, быстрее давай. Да, походу, мне кажется, я опять успею собрать на золото. Давай так. Добро пожаловать к нам. Это тоже пуска. Ох, нифига себе. Столько одновременно человек ушли прям. Проходи, проходи, давай, ты тоже иди. Ух ты, да вы шо. Так, теперь мороженку тоже заказывайте, да, молодцы. Так, так. Так. Что у меня по заданиям? Так, 8-7-7. Такие, честно говоря, результаты, но я еще более-менее успеваю собрать, а вот монетки я вообще нихера не успеваю. Ну и чё, мы за этого давай, мороженого так, сорвали? Так, и вот так. О, молоток, супер, правильно. Да, беда, смотри, я вообще не успеваю по монетам. Прям даже ни капельки. Ну, мороженое, конечно, клёво, оно не кончается просто. Я уже сколько его сделаю, оно все есть и есть, есть и есть. Вот как раз последнее я отдам, отлично. Так, давай, перец, мясо и помидор. Так, тебе классу, давай, на, закину. Так, и зонтик сразу, чтобы побольше рейтинг был. 4,5 надо. Так, ты пока привяжи мороженое. 4,5 тысячи. Думаю, не успею, смотри. Тут всего за минуту надо 1000 собрать. Сомневаюсь очень сильно в этом. Хотя, не, честно говоря, сомневаюсь в этом. Смотри. Я вообще практически ничего не делаю. Не заказывают, не ходят никуда. Так, ныряем по кланам. Ты давай, чего? Мороженое, что-то? Да чего вы квас-то берете? Самый дешевый, что тут есть. Картошка, рыба, перец. Что, есть кто? Куда еще пришел? Нет, никто никуда не пришел еще. Хорошо, хоть она кваса наливает моментально. И тогда вот сюда еще мясо принеси. На дискотеку нужен хотя бы один. Когда они последний раз вообще сюда ходили? Ты помнишь? Я вот не помню. Кошмар. Так, и давай вот это вот сделаем вот так, чтобы сразу комбо было и здесь. Так, так, вот так. Да дискотеку вообще никто не идет. Как я ее должен собрать? Грибы, рыба, помидор. Да, конечно, это здорово, да, одно задание это я выполнил. Но вот, идет наконец. А, опять время пропустил. Да что ж такое-то, а? Жесть, конечно. Давай тебе. Тот-то, что творите вообще? Демоны. Но вы с самого начала вот так вот толпой просто приходили, все заказывали, тогда бы было отлично. А так это вот задание с монетами выполнил? Нет, я просто клоун. Я зря монет потратил. Ой, бля. А у меня еще и шашлыка нет. Ну да. Давай, забирай, ты видишь? Людям не хватает места. Ой, я. Какой кошмар вообще. И вот это тоже. Раньше бы позаказывали, нет, блин, всякую хрень делали, кроме того, что надо. Да, я заказал уже, давай. И ты тоже, и ты давай. Да, 400. Я не понимаю, что так реально мало монет получается-то вообще? Да, подожди ты. Ну, реально очень мало монет приходит. Смотри, сколько бегаю. Еле-еле 500 накопил за минуту. Это вообще ужасно мало. Давай, ну ты. И чё, мы из этого мороженого соорудить? Так, хорошо. Ага. И чё,
не успевали. Ну хотя бы на серебро надо это успеть, потому что это вообще позорище. Не успеть на серебро даже. Да что ж такое-то? 4,5, ну 4,5 ты должен уже успеть собрать. По-любому. Тут чуть-чуть осталось. Давай тебе. Класс. Кошмар просто. Как так можно было вообще не успеть? Новый пляж давай купим, в принципе. Надо еще и здесь опозориться. Такси мне не надо. Ну здесь, в принципе, можно будет прокачать. Может, мне сразу повышенный уровень будут давать, как иногда делают это. Но пока предлагаю остановиться. Все ссылки в описании. Напишите любой комментарий, поставьте подписку на канал. И скоро увидимся.